я здесь. Теперь слушай меня очень внимательно. Они тебя схватят. Ким, сосредоточься, малышка, это очень важно. У тебя 5, может, 10 секунд. Очень важных секунд. Положи телефон на пол, сконцентрируйся. Говори о них все, что сможешь увидеть. Цвет глаз, цвет волос, высокие, низкие, шрамы. Все, что увидишь, поняла? Да. Они там, я их слышу. Сконцентрируйся, Кимми. Марко, есть сигурцы, я дыгу. Положи телефон ближе, чтобы я слышал. Почувствуй, что наш трат мар, тот мар. А весь вид макаде, сим чуем Ани брать стаж, Марко, ани. Машмей. Они уходят. Кажется, они... Папа! Усы! 6 футов! Тату на правой руке! Луна и звезда! Папа! Папа! Я не знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет, но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков, как ты. Если ты отпустишь мою дочь, на этом все закончится. Я не буду тебя искать и не буду преследовать. Но если не отпустишь, я тебе обещаю, я тебя найду и убью. Удачи.